ехал с Мурманска, заметил какой-то странный дым. Обычно у нас дым идет от завода, ну, в сторону туда, куда дует. А тут смотрю, дым от завода идет вправо, и до города, и до завода еще откуда-то идет дым, еле заметный. Сейчас проезжал, почувствовал запах гари. Горит лес. На камере это не видно, но тут такой смог, дымка. Это место горит часто. По-моему, в этом году, когда снег ушел, тоже как-то поднимался на эту гору. Она была вся в снегу. Вот, сейчас иду посмотреть, что там горит. Отсюда по задымлению очаг небольшой, но здесь куча торфа. И будет хреново, если она дойдет до сюда. Уже ягоды вон есть. Ну, так что сейчас дойдем до места, сфоткаем все. Сделаем аэрофотосъемку и отправим специалистам, чтобы они оценили обстановку. Вот так.